Хочу сделать свой прогноз на полуфинальный матч чемпионата мира по баскетболу между сборными Испании и Австралии. Очень сложный для прогнозирования матч. Но матч будет интересный. Вот. Ну что можно сказать о командах? Испанцы в четвертьфинале обыграли сборную Польши, по-моему, в 12 очков, да. Ну, игра была очень тяжелая. Испанцы одно время проигрывали там, ну, тяжело, тяжело достался испанцам этот матч, но они выиграли не за счет игры какой-то испанцы, и даже не за счет защиты своей знаменитой, а за счет очень высокого процента 3 очков. Под 40% у них был этот матч. Да. Если бы хотя бы было там 30%, там 32%, они проиграли бы полякам. Вот. А как сыграла сборная Австралии четвертьфинальный матч? Они обыграли сборную Чехии тоже, по-моему, то ли в 10 очков, то ли в 12. Но тоже был там упорный матч. Чехии сопротивлялись. Но я вам скажу, Чехия сильная команда. Сильная команда. Они вот сегодня ёбнули поляков тоже в 10 очков. Вот. А до этого австралийцы обыграли в группе сборную Франции. Сильнейшую сборную Франции. Я считаю, наверное, может, даже самая сильная команда на этом чемпионате была сборная Франции. Да. Сегодня французы, по-моему. А не по-моему, ну, в общем-то, вот такая история. Вот. Что, на что поставить, кто выиграет? Ну, тут на тотал гадать, там, австралийцы вроде забивные, испанцы играют в защите, но понимаете, в чем проблема? Два подряд матча, да бля, какие два, три подряд матча у нас было, или четыре даже, вот которые прошли вот по баскетболу, да, они все были на тотал больше. Американцы с сербами играли на тотал больше, и остальные матчи тоже сыграли на тотал больше. Вот. Поэтому, скорее всего, тут был тотал меньше, да, но ставить тут, потому что австралийцы могут, блядь, накидать дохуя. Тогда уже будет открытый баскетбол. Вот. На этот матч я рискнул все-таки поставить на победу сборной Австралии. Я верю в сборную Австралии. Я считаю, что это, наверное, самая сильная команда из всех, которая осталась. Вот. Ну, вот такое мое мнение. Коэффициент на победу Австралии 2,4. Никакие форы тут не надо брать. Тут надо или на победу одной команды брать, или на победу второй команды. Вот. Такого тут не дано. Все-таки я считаю, что Австралия, блядь, перекидает испанцев. Посильнее они немного. Очень хотят выиграть чемпионат. Это австралийцы. Будут бороться, лягут там косьми. И нужно учитывать еще тот факт, что в прошлом матче с поляками у испанцев был очень высокий процент 3 очков. 40%. И еще немаловажный факт, что испанская сборная довольно-таки возрастная. Да, они опытные, у них сбалансированный состав, они долго им играют, но она все-таки старая. Турнир большой, может это сказаться. Уже сдохнут они. Вот, и мотивация будет у австралийцев очень мощная. У них будут гореть глаза. Да, скорее всего, испанцы врубят свою защиту, но боюсь, что австралийцы ее преодолеют. Вот, поэтому мой прогноз на этот матч. Победа сборной Австралии за коэффициент 2,4. Хороший коэффициент. Я на этот матч ставить деньги не буду. Но это очень рисковый матч, чтобы ставить какие-то крупные суммы или средние суммы. Если вы хотите посмотреть матч, там, поболеть за какую-то команду, ну вот такой прогноз можете взять, да? Повторяю, это мое мнение. У вас может мнение другое. Вы можете за Австралию болеть, можете там, за ничью болеть, можете за сборную Испании болеть, это абсолютно не важно. Вот такой мой прогноз. Я считаю, что в этом матче выиграет сборная Австралии с коэффициентом 2,4. Матч начнется в пятницу в 11:00 по Москве. Обязательно смотрите этот матч, да и второй полуфинальный матч. Матч будет интересно. Всем пока.